Куда идем мы с Пятачком? Всем привет, с вами Лена из Гоа. В настоящее время мы находимся в Арамболе на бас-стенде. Я сейчас отхожу от своей улицы, от переулочка, закоулочка Бас-Стенд Роуд, и иду посмотреть, что происходит. У меня сейчас Димки приехала в отель, ее привез муж. У меня у хозяйки отеля сломана нога. Ну, это, в принципе, одна из причин, по которым я им понадобилась. И когда она приезжает в отель, я могу побегать. Я могу побегать, посмотреть, что происходит. Так что я вот сейчас часочек на погулять. На погулять. А знаете, насколько приятнее оказывается идея на погулять, когда ты чем-то занят целый день? Я сейчас осознала, что когда ты не можешь никуда выйти, это ужасно. И когда ты целый день ничем не занят, то тоже, ну це таке. Так. Нет, я не буду масала досу, я буду шаверму. Вот, давайте мы с вами сходим и съедим шаверму. Мы с вами будем есть шаверму. Вот. Это я иду по Мапса Роуду. Вот он, вот они автобусы, про то, что бас-стенд. Вот. Вот он, вечерний автобус пришел. Вот я нахожусь на перекрестке, с которого я поворачиваю к пляжу. Но до пляжа я не пойду. Видите, у нас здесь все есть. Вот у нас здесь на бас-стенде, у нас здесь все есть. У нас здесь есть магазины, кафешки, аптеки. У нас до пляжа километр пешком по вот этой улице. Но вполне себе вечерняя жизнь у нас здесь бьет ключом. Ничем не хуже, чем в самом пляжном Арамболе. Ай! Ай! Вот. Как здесь жизнь в 7 вечера отличается от жизни в Кипеме? То есть здесь народ еще только выдвигается. Здесь народ еще только выдвигается, кто куда собрался идти. А там уже все давно. Ай! Do you know what is it? This is I'm blogger. This is customer in hostel. Yes. Hi. Beautiful to be here. I'm happy to see you. Have a nice evening. Yes. А вот эти ребята, они немцы, они остановились у нас в хостеле. Причем удивительно, они наш хостел умудрились найти ногами. То есть они просто ножками, они ни через какой букинг ничего не бучили. Они просто приехали в Арамболе, стали искать жилье. Ходили. И к нам пришли уже вечером, уставшие, с огромными рюкзаками. И это были первые клиенты хостела, которых я селила сама. Вот, так что я их запомню на всю жизнь. Причем я говорю, ребята, я-то думала, что девочка у нас индиан, а мальчик у нас бритиш. Нет, так как я фотографировала их паспорта, отправляла хозяйке, то это немцы. Вот, они путешествуют уже месяца 4, и они планируют путешествовать год. То есть как бы они накопили деньги, они очень бережливые, они питаются самосами в хостеле, они еду заказывают по минимуму или не заказывают совсем, им дается бесплатный кипяток, то есть они воспользовались термосом, они очень экономные, но они собираются на скопленные у них деньги пропутешествовать год, то есть эти ребята будут находиться в путешествии год. One shawarma, please, and chai. Chai, sit.
Yes. Ну, в общем, я заканчиваю сейчас съемку. Я вот напротив церкви. Буду есть шаверму. Всех люблю, всех целую. Еще что-нибудь поснимаю. Bye-bye.